Всем привет! Невинка на связи. У нас тут небольшая открытая эндуро-тренировка. Приехали ребята. Сейчас будем стартовать. Так, чтобы всех показать. Погодка радует. Пасмурно, не жарко. Уже теплеет, конечно. Но пока не сильно жарко. Последние приготовления. Сейчас будем стартовать. Ребята, я так понял, не все знают. Вообще не знаю, все по разметке. Не, ну в том-то и будет интересно. Ну вот Миша будет отмечать, кто там будет сидеть, кто не сидеть. Откуда мы приезжаем? Мы поднимаемся или по дороге оттуда приезжаем? Оттуда приезжаем. Оттуда. Мы стартанем вниз, а приедем с высоколосы. Ну, то есть там. Главное это не разъебаться. Все, всем удачи! Что рассказать? У нас тут проходит первая эндуро-тренировка Невинномысск. Приехало 13 человек. Тренируемся. Замечательно все. Один уже сломал руль. Но там вот, собственно, стоит. Выбыл. Один человек проехал круг, и второй человек сейчас вот тоже подъезжает. Круг. Забил. Вот он первый, вот сейчас второй.
награждается Андрющенко Михаил. Ура! Третье место в харде награждается Митюков Юрий. Ура! Yeah.